Дивіться сьогодні. На Салтівці згорів кіоск. Спалах вітряної віспи в Харкові. У Харкові святкували новий день. У нашому місті вшанують пам'ять Сергія Тимошенка. Вперше у Харківському театрі виступить Марія Максакова. Незабаром у Харкові відбудуться змагання з гирєвого спорту. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду! Марта поступило сообщение в 20 часов 7 минут, дежурную часть по телефону 101, о том, что в жилом массиве Салтовка, это по проспекту Тракторостроителей 120, было загорание в киоске, это малая архитектурная форма. Туда было направлено наших два подразделения. По приезду было установлено, что огнем охвачена верхняя часть данного киоска. Площадь составляет более 10 квадратных метров. И уже в 20 часов 35 минут пожар был полностью ликвидирован. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, которую возглавляют правоохранительные органы. При осмотре места пожара, в том числе и согласно данных реализаторши, которая сообщила о том, что она увидела, что произошло, короткое замыкание электропроводки за электросчетчиком, и пошло распространение огня по обшивке, внутренней обшивке данного киоска. Она покинула этот киоск, она вышла, а уже люди, проходящие мимо, ее видели, сообщили нашу службу. И в 20 часов 35 минут пожар был полностью ликвидирован. За останні два місяці в Харківській області у нас зареєстровано 2601 випадок захворювань на вітряну віспу. Майже 70% з кількості захворілих – це захворюваність по місту Харкову. Зареєстровано 1804 випадки. Дві тижні назад, приблизно так, Елечка прийшла домой зі школи і пожаловалась на плохое самочувствие. Я померила и температуру, температура небольшая была, где-то 37,2. И заметила у нее на щечке два пятнышка. Буквально прошло где-то пару часов, как ее все обсыпало. Ми, звісно, вже догадалися, що це вітрянка. Якщо ми будемо аналізувати і порівнювати з минулим роком, то це майже зростання маємо захворюваності в два і більше рази. Безпосередньо по місту Харкову це було 754 випадки. По-перше, згадаємо, що вітряна віспа – це інфекційне захворювання, яке не має специфічної профілактики. Тобто щеплень від цього захворювання немає, вони відсутні, на поточний час не проводяться в нашій країні масово, не внесені до обов'язкового календаря щеплень. Тому на сьогодні ця інфекція в нас є як не керована. По-друге, осінньо-зимовий період. Це завжди є активізація саме для вірусної групи інфекції, зокрема для вітряної віспи, це також є актуальним. Тобто, хто проконтактував і не хворів раніше на вітряну віспу і мав контакт саме з захворілим, то обов'язково він захворіє також на вітряну віспу. Після перенесеної вітряної віспи є стійкий імунітет, пожиттєвий. І вже людина, якщо вона перенесла в дитячому віці, то вже в дорослому віці вона не може перенести вітряну віспу. Але після перенесення цього захворювання тривалий час вірус може знаходитись в організмі людини. У, так скажемо, спокійному, тихому стані. Інкубаційний період на сьогодні складає від 10 до 21 доби. Перші симптоми – це головний біль, підвищення температури тіла до 38 градусів. Характерний висип з'являється, уражує саме нервову систему. Найбільш складними ускладненнями вітряної віспи є менінгіт, менінгоенцефаліт, вірусна пневмонія –
ураження дихальних шляхів також притаманне цьому вірусу. Тому це такі найбільш тяжкі ускладнення, якщо дитина захворіла, батьки повинні звернутися до лікаря для того, щоб, по-перше, встановити діагноз дитині. Якщо дитина відвідує дитячий садочок або школу, обов'язково батьки або лікарі повинні повідомити в цей організований колектив, що є такий випадок, що дитина захворіла. Чим раніше вони про це дізнаються в організованому колективі, тим буде безпечніше для тих оточуючих дітей вжити якісь протиепідемічні заходи щодо недопущення інфікування інших дітей. Не треба йти в лікарню, а треба викликати лікаря додому. Сегодня мы отмечаем Навруз-Байрам. Навруз-Байрам – это национальный праздник Узбекистана. Этот праздник отмечается в начале весны, как Новый год. Само слово «Навруз» означает в переводе «новый день». Сегодня на этом мероприятии присутствуют областные, городские правители, господин Алишер Хабибулаевич Абдуалиев, консул Республики Узбекистан, председатель узбекской диаспоры Юсупов Шахабидин Джалалидинович, председатели разных других диаспор в Украине. Присутствует комиссия молодежного совета по международным отношениям и имиджевым проектам. Присутствуют также студенты из городов, как Киев, Днепропетровск, Сумы, Полтава и, соответственно, города Харькова. Навруз-Байрам еще с древних времен празднуется у нас в стране, и в Наврузе принято угощать людей. Готовятся сумаляк, халем, национальные блюда, самса, чучвара, пельмени, соответственно, из зелени. В Навруз принято прощать друг друга, дарить людям подарки, улыбку. Новый день, новый свет. И будем надеяться, что этот Новый год принесет нам счастье, успехов. Сегодня мы отмечаем весенний праздник, Навруз. Это, по-нашему, это Новый год. Сегодняшнего дня начинается, 21 марта. Ну, мы сегодня решили отметить Харьковщину, потому что здесь очень большое количество нашей диаспоры проживает. Студентов очень много. Прибыли сюда из Днепра, из Полтавщины, из Сумщины, из других регионов. Больше 500 человек здесь. Нам очень приятно, что мы этим праздником объединяемся, всем разъясняем содержание, суть этого праздника. Сегодня народное гуляние в Узбекистане. Мы решили, что больше пользы будет, если мы проведем в кругу своей диаспоры и студентов. В Узбекистане проживает больше 100 тысяч украинцев. Мы с ними делимся и хлебом, и солью, так что у нас объединяет общая история. И в Украине проживает больше 25 тысяч наших граждан, которые работают здесь, чувствуют себя в комфорте. Мы, в свою очередь, как бы поддерживаем эти отношения и стараемся приумножить такие отношения. Хаммаларингизна Навруз байрам нам табриклема. Это на нашем языке я сказал, я всех поздравляю с праздником Навруз. Произойдет через два дня, послезавтра, именно в четверг, будет открыта мемориальная доска. Наверное, необходимость открытия, которая, в принципе, давно назрела, но как-то так немножко, но лучше позже, чем никогда. И событие не совсем круглое, как-то принято отмечать, не к столетию, как правильно было бы, опять же, сделать, которое в прошлом году было. Вот, в общем, открою доску в
честь, во-первых, Сергея Прокофьевича Тимошенко, выдающегося архитектора и общественно-политического деятеля украинского, ну и приурочить события к годовщине, опять-таки не круглой, повторюсь, когда в Харькове впервые официально, публично был поднят национальный, государственный украинский желто-голубой флаг. Я как бы творчеством Тимошенко давно заинтересовался, и много домов в Харькове сохранились, те, которые он строил, не только в Харькове, в Киеве видел его дома, и мне его, ну, как бы, вот результаты его труда очень понравились довольно давно. И просто идея создания этой доски пришла осенью этого года, когда я совершенно случайно... Да, осенью прошлого года, когда я совершенно случайно, прочитав в мемуарах полковника Чеботарева несколько абзацев о том, как он посещал в 1917 году дом на Мироносской 44, дом Бойко, в который жил с семьей Сергей Тимошенко. И он описывал этот дом, и, собственно, мимо которого я почти каждый день прохожу, описывал этот дом внутри, описывал семью эту, их традиции внутренние. И после этого я вдруг понял, что тот дом, который мне давно нравился, правда, к сожалению, этот дом сильно изуродован достройкой позднее, которая была сделана. Но, тем не менее, я понял, что этот дом, он в себе таит как бы дух того человека, который создавал не только этот дом, но и многие другие дома в Харькове. К сожалению, не все дома сохранились. К сожалению, многие из них перестроены, достроены, изуродованы. Те, кто видел первоисточники, могут оценить, какие эти дома были раньше. Вот. Ну, собственно говоря, после этого мне захотелось отметить этот дом и отметить именно тот факт, что этот дом, во-первых, был построен Тимошенко, во-вторых, там его семья жила. Жила вплоть до 19-го года, когда он вынужден был с приходом большевиков покинуть Харьков и навсегда уйти из Харькова в эмиграцию. Тяжелая судьба. Сначала в Чехию, потом в Польшу, позже в Соединенные Штаты Америки, где он в 50-м году и умер. Вот. Так что личность совсем, и вообще не только сам Тимошенко, незаурядная личность, но и вся семья его, братья его, каждый оставил свой след, и, к сожалению, о них мало знают. Вот. И я думаю, что если все пройдет хорошо и доска будет установлена, харьковчане узнают о своем земляке много нового. То есть это действительно выдающийся человек, на удивление, о котором почти никто ничего не знает, к сожалению. Ну, кроме таких замечательных специалистов, как вот Денис, который нам очень помог, вот, и Александр Ридный, который помог просто, ну, у нас не очень большой бюджет был, тем не менее, мы постарались и сделали эту доску. Народився Сергій Тимошенко на Сумщині, тодішня Чернігівська губернія, село Базилівка в 1881 році. В українсько-польській родині мама була з польської родини Сарнавських. Батько був землеміром, згодом він став орендатором землі, займався сільським господарством. Після закінчення реального училища у місті Ромни Сергій поступає до Санкт-Петербурзького інституту цивільних інженерів. Це унікальний навчальний заклад на теренах Російської імперії, який, освіта в якому поєднувала основи інженерно-технічної і художньої освіти. І фахівці, які закінчували цю навчальну установу, вони були такими універсалами. Це їм дозволяло займатися суто технічними справами з цивільного, з дорожнього, шляхового будівництва, так і займатися суто архітектурою, що ми бачимо на творчості Сергія Тимошенка. Ну, мені, як за фахом архітектору, викладачу, ближче і більше я досліджував саме його творчий доробок, доробок саме зодчого архітектора, хоч він мав і диплом і цивільного інженера, але більшість, можна так сказати, що половина будівель, які побудована була на межі 19-го, початку 20-го століття, вона була побудована саме вихованцями цього навчального закладу Санкт-Петербурзького інституту цивільних інженерів, Петербурзький інститут гражданських інженерів імені імператора Ніколая. Тож в Харків приїжджає вже Сергій Тимошенко в 1909 році вже досвідченим фахівцем. До цього він встиг після закінчення інституту попрацювати у місті Ковель на будівництві залізничного вузла під керівництвом архітектора Вербицького. Відома його споруда – це Київський залізничний вокзал, який була побудована вже в 20-х роках.
Потім, після роботи в Києві, де він залишив кілька, залишаються до сих пір відомі його кілька будівель, і він перебирається в 1909 році в Харків і працює інженером у Північно-Донецькій залізниці. Це була приватна залізниця, яка дуже така стала зручною ланкою, яка об'єднала шлях сталі і вугілля до центральних промислових районів Російської імперії, дозволяли експортувати в Москву через Санкт-Петербург, через порти Балтійського моря до країн Західної Європи. Вы знаете, я с большим рвением приступила к работе над партией, как только мне предложили, потому что, ну, вы, наверное, понимаете ситуацию, которая сложилась в моей жизни, и для меня это просто была какая-то, не знаю, длань помощи, протянутая небом, потому что вот сегодня ровно год с того дня, как убили Дениса, и если бы не работа, если бы не театр, я, честно говоря, даже не представляю, в каком бы я была бы состоянии. Вот. А меня это абсолютно вот отвлекло. Я выхожу на сцену вот в этот момент. Причем, вы знаете, действительно такой чудесный коллектив. Вот потрясающая просто атмосфера. А солисты все друг другу помогают. Полнейшая взаимопомощь. То есть даже, казалось бы, вот у тех, кто исполняет одни и те же партии, нет ни какой-то, знаете, вот какой-то возни или что-то там. Вот. Наоборот, все как-то коллегиально подходят, что сегодня я тебя выручу, завтра ты мне... То есть вот абсолютная взаимопомощь, какое-то взаимодействие. Я попала вот для себя вот в такую, знаете, спасительную атмосферу. Удивительно талантливая команда. Я говорю и про Армена Калаяна, постановщика спектакля, и про Дмитрия Морозова, дирижера, который вообще для меня человек возрожденческого типа, такой Леонардо да Винчи. То же самое Армен. Он настолько хорошо показывает вот саму пластику роли, потому что, ну, вы понимаете сами, что это же не драма, и многое зрителю, конечно, непонятно на итальянском языке. Но, однако, все так подано и сыграно, что даже то, оно даже не нуждается, по большому счету, вот в бегущей строке. То есть настолько ясно, что происходит на сцене, и это самое сложное, когда не выдумывают какие-то, знаете, неоправданные там новшества, переносы из одной эпохи в другую, когда, знаете, не хватает настоящего. Самое сложное – это поставить Шекспира вот по-шекспировски. То есть самое сложное – сделать эту постановку такой, какая она должна быть. Здесь очень много того, чего еще не было нигде никогда. Я очень бы, конечно, хотела, чтобы спектакль полюбился харьковской публике, и очень бы, конечно, хотела, чтобы какие-то были гастроли, потому что этот спектакль совершенно точно достоин внимания вообще самого такого настоящего меломана всего мира. С Марией Петровной Максаковой, честно вам сказать, в Европе я с таким встречался здесь крайне редко. Колоссально бешеная работоспособность, колоссально бешеная энергетика, стержень, продуманный каждый шаг, каждый взгляд, каждая нота, поведенческая линия. Ну, вы понимаете, просто когда стоишь и наслаждаешься работой другого человека, человек, который пахарь. Плюс это актерское мастерство, плюс вокал, ну, я не могу, Сальче, последняя ария просто меня до слез доводит, потому что такого пьяного еще, честно вам скажу, я крайне редко слышу. Это либо на записях, либо вживую. Лучше прийти всем посмотреть. Я надеюсь, что все-таки бесовка будет, что зритель оценит по достоинству, потому что это бесовый номер. Ну, мне предстоит Запорожье за Дунаем, как раз практически отвечаю вам на ваш вопрос, в Киевской опере на украинском языке, вот, за который я с большим удовольствием учу, и, конечно, мне в помощь. Он очень напевный, мелодичный. Безусловно, петь на украинском – это такое удобное, хорошее, приятное занятие. Вот. Ну и мне это, естественно, помогает в том числе в развитии там правильной, грамотной речи. Дальше есть еще, конечно, планы. Дальше будем тоску учить. Что касается людей, я считаю, что это вообще самые, ну как вам сказать, открытые, самые добрые люди на свете, действительно, которые, вот я понимаю, что все сложно, что вообще все очень сложно, но при этом, то есть желание, даже пусть самим там готовность помогать, поддерживать, то есть это настолько чувствуется, настолько понимаешь, что в принципе в моей ситуации, наверное, если бы вот не такая поддержка со стороны людей, просто которые я вижу постоянно, я бы, наверное, просто сошла с ума. Комментарии прокуратуры, когда проводили пресс-конференцию в сентябре, там, в принципе, в общем-то, вся цепочка была названа, а то, что
под этими, то, что за их словами стоит большая доказательная база взаимодействия всех этих нелюдей, то, ну, естественно, это общественность все это узнает. Отелло является одной из пяти вершин мирового творчества. Тут сложно выбрать какую-то первую. Понятно, что первая будет «Пиковая дама», а где-то в следующих номерах будет «Кармен» и «Отелло». Каждый акт характеризует определенного героя. Первый акт, сцена бури, это «Отелло», можно так назвать условно. Второй акт – это «Яго». Третий акт – это как раз кульминация. Ссора, позор, унижение – это кульминация оперы. Четвертый – это «Дездемона», это развязка уже все. Она уже знает, что она обречена, поэтому вот здесь, понимаете, так вот по актам здесь четко есть характеристика каждого героя, о каждом герое. «Дездемона», она, очевидно, жертва интриги. Но просто, видите, эта интрига посеяна была в очень благодатную почву ревнивцев, в общем-то, так скажем, мавра, такого достаточно быстро сошедшего с ума на этой почве. То есть он ее безумно любил, и это действительно история, вообще-то говоря, огромной любви. И именно только потому, что он ее до такой степени сильно любил, он до такой степени, усомнившись в ней, просто, ну, как крушил все вокруг себя, что называется. Ну, она, нет, она старается, как может, доказать свою невиновность, она, в принципе, ведет себя правильно. Она не вызывает его нигде на конфликт, она пытается смягчить все углы, надеется, что она сможет его вразумить. По большому счету, ей до конца непонятно, кому конкретно он ее ревнует. То есть это выясняется только вообще в последней сцене, уже перед тем, как ее там задушить за там несколько минут. Она пытается там какими-то, ну, какими-то очевидными словами вот как-то вернуть его к разуму, к адекватному состоянию, но она же понимает, ей, собственно, бежать некуда. То есть это Кипр, это остров, да, я не знаю, сколько дней пути тогда было там, в теории даже до Венеции. А потом, она же, девочка еще в него влюбилась, он приходил в их дом, ее там родители, и она была им очарована, она ему абсолютно доверяла, она вообще была совершенно счастлива с ним. И поэтому она за него борется до конца, потому что, по большому счету, она и не хочет жить без него, или там сбегать куда-то, и куда, собственно. Он вершитель судеб там на всем острове, не то что, да, и понятно, что она полностью от него зависит, но она даже не пытается спастись от него. Она хочет, если жить, то с ним. Поэтому она вот так себя и ведет. То есть она, все, что она делает, даже вот... то есть она понимает, что вот-вот наступит этот страшный час, она же говорит об этом и молится, и продолжает молиться о нем. Такой персонаж, очень благородный персонаж. Здесь есть сложный момент, что Отелло душит Дездемону, потом проходит минуты три, вдруг она опять поет. Но если работать как криминалист, то после удушения уже ни о каком голосе, подаче голоса речи быть не может. Я ее все-таки решил убивать ножом, и потом, ну, здесь тоже такой ход, потому что Отелло себя этим же ножом и убивает, что один нож, он связывает две жизни. Потому что после удара ножом человек еще может, после потери сознания, еще немножко чего-то сказать. После удушения уже не может. И всегда это вызывает небольшую улыбку у зрителей. Мария Максакова, мне очень нравится, она очень работоспособный человек, знаете. Всегда опасность есть работы там с людьми, с именем, со звездами. Я поражаюсь звездам в моей жизни. Я работал там с Гулегиной, работал с Галузиным. Работаю сейчас с Марией Максаковой. У нас очень хорошие творческие, дружеские отношения. Она готова работать, вот сколько надо повторять, делает. Надо падать, падает. Надо, чтобы ее там таскали, дергали. Пожалуйста, вообще без вопросов. Апреля в спортивном клубе «Йод» состоится первый открытый кубок Харьковского городского головы по гиревому спорту. Соревнования будут проходить в номинации «Длинный цикл» и «Двоеборье», вес гири 32 килограмма. На каждое упражнение будет выделяться по 5 минут.
Также будут проводиться юноши 2001 год и моложе, которые будут поднимать вес гири 24 килограмма и девочки вес гири 16 килограмм. Ожидаемое количество участников порядка 100 человек. Это будут у нас третье соревнование, и спортсмены довольно-таки показывают неплохие результаты, и нормативы, и личные рекорды устанавливают. У нас тренируются чемпионы мира, призеры чемпионатов мира, чемпионы Украины, мастера спорта международного класса. Канунников Максим, чемпион мира по юниорам, мастер спорта международного класса по гиревому спорту. Приглашаем всех принять участие в наших соревнованиях, всех любителей, профессионалов, а также зрителей. Ждем 7 апреля в спортивном клубе «Йорк».